Я поеду только в костюме. В этом он теплый. Даже наверх ничего надевать не буду, хотя там и прохладно вроде бы как. Ничего не замерзну. Я в машину, с машины. Нормально будет. Вообще-то я уже должна быть там. Но я же... Ну, вообще, нет, не то, что я должна быть там. К 10 мне сказано. Сейчас еще 10 нет. Вообще, я тютелька в тютельку приеду, но чувствую, что как будто бы маленечко могла бы и пораньше. Могла бы, но у меня тут, видите, уборка и все остальное. Я вообще, кстати, сегодня первый раз в 6 утра проснулась и до 7 не могла заснуть. В чем дело, непонятно. Лежала... Серьги. Пойдемте. Спросите, зачем? Как голая без них. Не чувствую себя комфортно. Первый попавшийся возьму. Закрыть надо, а то будет в шкаф ломиться. Как дверь открыта, так начинает там и застревает. Шуршит, как мыши. Эту желудку надо поподнимать. Тут еще эти с обувью лотки. Их же тоже надо поднять. Пока соберусь. А эта сумка перед вами лежит. Не волнуйтесь, сейчас уберу. Все, поехали, мои сладкие. Будем менять резину.